Здравствуйте, это программа «Все на матч». Садитесь и ложитесь поудобнее, потому что сейчас будет интересно, будет много футбола. Перед тем, как я перейду непосредственно к игрокам, которые в 2018 году могут тащить нашу сборную вперед по сетке чемпионата мира, мне бы хотелось обратить внимание вот на что. Наш чемпионат – один из самых возрастных не просто в Европе, но и во всем мире. Средний возраст футболистов РФПЛ – 27,1 года. Играют в нашем чемпионате очень жестко, строго. Дриблерам тут не место, по ногам получат. Помните трех мушкетеров? Так сколько же вам лет, дитя мое? Ах, много, сударь, много! 18! Так вот, Чалову всего 18. Наконец, пятый футболист. Еще одна новая надежда. В докторской кабине очаровательная Маша командная, которую я с радостью приветствую. Привет, ребят! Улыбаюсь сейчас как могу. Жалко, что вы этого не видите. И если честно, я уверена, что вы сейчас испытываете примерно такие эмоции. Вы думаете, что она здесь делает? Пожалуйста, помолчи. Друзья, если честно, я тоже думаю сейчас, что я здесь делаю, и думаю, надо помолчать побольше. Но я вас уверяю, если вы проведете этот вечер в компании со мной и с Пашей Занозиным, вы об этом не пожалеете. Очень часто, когда говорят про победу в Великой Отечественной, вспоминают про силу и твердость нашего народа, про то, какой подвиг ему пришлось совершить во имя свободы. Но победа – это не только характер, жертва, мужество, несгибаемость. Это еще и доброта, милосердие, любовь к ближнему и умение проявить сострадание. Они безупречны, красивы и очень-очень талантливы. В женском фигурном катании сейчас новая эпоха. И как же хорошо, что это наша эпоха. Наш комментатор Александр Гришин передает из Марселя, что на льду пока одна вода. Аккредитации еще не выдали. Да и комментаторские кабины, ну, совсем не готовы. Зато в парке неподалеку от катка можно встретить самых настоящих гальских петухов. Причем они еще и кукарекают. Но уже завтра, я уверена, все недочеты будут устранены. И все будет хорошо. В том числе и для наших фигуристов. И гальские петухи будут кукарекать исключительно в их честь. Боже мой, неужели прямо сейчас это произойдет? Впервые в истории Матч ТВ ведущий канала оказывается в положении человека, через которого колотят сверху. Итак, вторая попытка. Воу, все получилось. Спасибо большое. Рядом со мной Иван Ургант. Да-да, это он. Ваня. Это я. Я. Каждый день вас слушает вся страна. Вы там что-то говорите, говорите. Скажите ей что-то сейчас, чтобы она полюбила баскетбол. Рассказывай, как тебе тут? Ты же наверняка часто был на матчах всех звезд NBA. Еще раз. Это был L1. Никите Моргунову и Дмитрию Матеранскому передаю слово. Мария Командная, Михаил Рештов, вы смотрели программу «Все на матч». Ну а в 5 утра Федор Емельяненко, Мэтт Митрион. Нескучной ночи на Матч ТВ. Что бы это ни значило.